республике сегодня начали раздавать георгиевские ленточки. Акция продлится 2 недели, до 9 мая, которому и посвящена. Только в Абакане главный символ победы за несколько минут сегодня получили сотни горожан. Кто-то тут же закреплял ленточку у себя на груди, а кто-то брал сразу по несколько штук для родных и близких. Для многих жителей Хакасии георгиевская ленточка не только атрибут торжеств, но и знак памяти и признательности за подвиг в борьбе с фашизмом. Это память о прошедших действиях, о войне, о потерянных людях, о героях. Надо приучать молодежь к этому, чтобы они чтили героев своих. Это память о моих матери, сыне. Они пережили войну, папа воевал и был ранен. Если у меня отец воевал, мать в тылу работала. Естественно, это много значит. Это главный праздник нашей жизни.